Все эти субсидии – это замкнутый круг, такая вакханалия. Субсидии же получают не граждане, а субсидии идут на счета облэнерго. А за этими облэнерго стоят собственники, которые находятся BVI, Кипр и так далее, и так далее. Получается, что мы с вами, вот и эти ребята, из государственного бюджета платим офшорным компаниям. Ура! Я вам тайну открою. А вы знаете, что в Европе киловатт – это тайна, которая держит у нас под семью замками. Киловатт электроэнергии во всех странах, которые рядом с нами, стоит гораздо дешевле, чем в Украине. Дешевле. Вы знаете об этом? Да. А вы знаете, почему у нас дороже стоит? Потому что у нас есть ряд хороших людей, которым надо поставлять уголь из ДНР, ЛНР. Которым надо покупать дорогое топливо и все остальное. Мы же их субсидируем.